Спрашивают следующий вопрос о Катющике. Угу. Ну, вот, вы в Викторе, да? курсе, да? Да, конечно. Вот, спрашивают ваше отношение к его деятельности. Очень, мне очень он симпатичен. Настоящий ученый, настоящий русский ученый. Но, как у любого ученого, есть определенная, ну, скажем так, зашоренность. Ну, я считаю, что со временем эта зашоренность все-таки спадет, потому что в основе там довольно, не довольно, а очень мощный интеллект и, соответственно, ну, скажем так, неравнодушие. Я бы очень хотел бы с ним встретиться, я думаю, что Бог даст, свидимся и пообщаемся, обстукаемся. Соответственно, то, что он говорит, скажем так, до момента, когда речь начинает идти об основах, о фундаментальных вещей. Вот здесь у него, ну, определенный есть сбой. Но если в целом его все-таки выслушать, то, по сути, я думаю, что поменяв некую терминологию и поменяв его некоторые такие эмоциональные оценки, то, в общем-то, да все нормально. Человек, с нашей точки зрения, движется в русле русской цивилизации. Ну, нюансы, я считаю, что в дороге можно обстукаться. Ну вот как раз и спрашивают, возможно ли пересмотр гипотетических Как положений КОП в случае, если их несостоятельность будет доказана? мы не просто готовы, а мы будем только рады, как только кто-то, неважно, если это сделает уважаемый товарищ Катющик, Виктор, я извиняюсь, не помню, забыл и отчество. Мы будем очень рады выслушать и, соответственно, принять это к сведению. Но и это, конечно, и прежде всего это алаверды, чтобы и он тоже был готов к принятию нашей позиции. Потому что в спорах, естественно, ничего не рождается, а рождается все в дискуссии, в диалоге. То есть, когда ты слышишь и тебя слышат. Вот мы приглашаем к диалогу такого уважаемого товарища в нашей стране и в нашей среде, в том числе его и на слет. Поэтому, если вот товарищ, который задает вопрос, может, есть какой-то контакт с ним, более близкий общение, то просьба ему это передать. Мы были бы очень рады, если нас посетит на слете такой товарищ. Но при этом сразу говорю, что чтобы был готов к таким жарким дебатам, я так понимаю, что как с его стороны, так и с нашей. Мы только за. Но вот говорят, что, к сожалению, до сих пор с Виктором общались люди, которые, так скажем, не самым лучшим образом себя показали. И вот как раз предлагают, чтобы состоялась такая встреча, и чтобы с нашей стороны были люди, хорошо подкованные в концепции общественной безопасности, которые могут вести диалог вот с учеными такого уровня.